Сегодня мы проснулись в Ваймиконе, и по местным меркам было тепло, около минус 36 градусов. Хрустел снег, светило солнце, и мы решили попробовать завести машину, которая всю ночь простояла на морозе. Так, ночью было минус 46 градусов, сейчас минус 36. Машина простояла на морозе, незаведенная. Сейчас попробуем завести и посмотреть, как она справится вообще, заведется или нет. Так, ну, печка включилась. Так, ну заводим. Ха! Завелась! Пока прогревались машины, мы пошли завтракать и стали собираться на конюшню, где разводят якутских лошадей. Кстати, автомобилей марки УАЗ в Якутии огромное количество, особенно буханок. Все связано с тем, что они дешевые и надежные, и также легко ремонтно пригодные. Но наши ленд-крузеры гораздо надежнее УАЗов. До сюда доехали по идеально гладкой дороге, не знаю, можно, мне кажется, на Ламборджини было до сюда доехать. Вот. Но здесь круто, да, полюс холода, сама мысль о том, что мы сюда приехали, мы его посетили, меня не покидает нисколько. И очень хочется уже действительно поехать по нормальному зимнику в сторону Кикси и пожить уже в машине, а не в гостинице. На что я рассчитывал. Есть тушенку, они шикарный омлет с блинами и с кашами на завтрак, приготовленные местным краеведом, да? Нет, это все вкусно, это обалденно, круто, но хочется уже такого экстремального отдыха, дикой природы. Буквально через пару дней и начнется тот самый зимник от Тополиного в сторону Тикси, о котором так сетовал Дмитрий. Но там будет нам совсем нелегко. И находясь на зимнике, мы часто будем вспоминать о гостеприимном Аймиконе. К обеду мы все-таки выдвинулись вглубь Аймиконской долины, чтобы приехать на выпаса, где разводят якутских лошадей. Именно здесь мы и познакомились с бытом местных коневодов. Сейчас я буду готовить лошадь запрягать. Осторожно, сзади не подходите, либо нет. Ну вот, лишний лед, снег стискиваем. Он сейчас под седло подготовит. На нем сено возим, в лес ездим по дрова. Самое же дешевое, ему ни гараж, ни бензин, ни солярки не нужно. Лошадь-то. Вот смотрите, вот это завязывает. Это у всех азиатов есть, это азиатский узел. Устроено без единого гвоздя.
Пока запрягали лошадей в сани, я не смог удержаться и не прокатиться на якутской лошади верхом. Но, как говорится, муж и жена – одна сатана. Здесь, в Аймиконе, на полюсе холда, мы решили испробовать других лошадей, на которых здесь сидрами катались местные, ездили на охоту, на рыбалку, использовали их для каких-то своих постоянных нужд. И уже только сейчас, в наше время, многие пересели на автомобили, но многие до сих пор пользуются подобным видом транспорта. Вот, наверное, и мы сейчас проверим, как он будет вести себя. Кстати, как зовут коня? Жаворонок. Едем на жаворонке. Весна ж как-никак. Если бы на таких лошадях добирались до Тикси, время, конечно, бы убили бы гораздо больше, но в целом было бы, наверное, интереснее, но уж точно морознее, свежее, как-то вот колоритней, что ли. Поэтому мы, конечно, сделаем пару кружков для фильма, но в целом назад сейчас пересядем в наши комфортные внедорожники и поедем уже на них. Потому что мы все-таки, жители европейской части, наверное, не до конца приспособлены к таким суровым условиям, особенно в Аймиконе. И доказательством этим слушает моя обмерзшая борода. После коневодческой фермы мы приехали назад в Аймикон, где местные жители устроили нам теплый прием у Стеллы, позвали Чизхана, это местный Дед Мороз, провели обряд, мы там подняли свою тарелку, раздали по Wi-Fi интернет, который нам предоставила компания Amtel Связь, поиграли с детишками в футбол, сделали кучу фотографий и, довольные, поехали на рыбалку. Но это будет чуть позже. Ах, холодная какая рука. Спасибо. Я как-то стал хранителем холода, тоже вам желаю удачи, хорошей дороги, попутных ветров. Счастья вам. Спасибо. 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 Ну, конечно, да. Понравилось танцевать? Ну, тебе не хочется кушать, и мне уже не холодно. Это точно, это 100%. После официальной части мы посадили детишек в внедорожник и стали катать по Аймикону.
утру мы отправились на местную речку посмотреть, как рыбаки проверяют сети. Но почему-то улов был не сильно большой. Зато в сети вся рыба была хариус. После такого насыщенного дня мы приняли решение остаться ночевать в Аймиконе для того, чтобы с утра с полными силами отправиться дальше в наше путешествие в сторону Тикси. Я поехал в эту поездку. Почему? Потому что, во-первых, здесь ожидается сильный холод. В сильный холод природа выглядит по-другому. Все индивеет, все покрывается инеем, причем очень красивым инеем, таким остроконечным, как будто маленькие сосулечки. И на елках здесь должны быть большие шапки снега. Я поехал сюда за фотографиями елок, согнутых под тяжестью снега, под большими шапками снега, и всех заиндивелых. Так что ты смотришь на фотографию, и ты понимаешь, вот она, настоящая русская зима. Сделав еще несколько фотографий на выезде у Аймиконской стелы, мы поехали дальше в сторону федеральной трассы Колыма, где нас ждали ребята на 66-м. И вновь вокруг нас была северная красота. Засмотревшись на эту красоту, опять в кювет улетел Дима Соколов на 80-ке. Ну что ж, нужно доставать его. Отъехав еще немного от Аймикона, мы увидели большое и красивое озеро и не могли не остановиться, чтобы фотографироваться и просто насладиться энергией этих мест. Приезжая к федеральной трассе Колыма у заброшенного поселка Кюбюме, мы встретили охотника на снегоходе «Буран», который охотился здесь на сахатых.
Что, это уже третья наша наклейка здесь, на этой заправке, на Кюбиме. И я думаю, что не последняя. Я думаю, что не последняя. Ну и опять, перед закатом, увидя перед собой такую красоту, мы не могли не остановиться, чтобы сделать несколько красивых фотографий. Что вот посередине приходится уезжать, но работа превыше всего. Будут еще варианты. С удовольствием поедем еще проедем. Со мной на полюс холода, не заморозил нас всех, мы были и остались людьми, это самое главное.